Всем привет, я Илона, и добро пожаловать на канал Хейли Кэт ТВ. Ну что, как вам наша новая декорация? Вот это уже другое дело. Такой снежок на самом деле сделать очень просто. Я лично выщипывала вату из ватных дисков и посыпала ее блестками. Вот такая вот красота получилась. Мне очень нравится. Этот выпуск наверняка будет одним из новогодних спейшелов. Что ж, недавно я порылась у себя в пэтах и нашла одного пэта в плохом состоянии. И подумала, скоро же Новый год. Надо снимать новогодние видео, там все такое. И тут мне пришла гениальная мысль сделать из этой стоячки Оака. Теперь на мой канал будет выходить очень много вот таких новогодних видео. Сейчас тематика Новый год, и это модно снимать Новый год. Ну и это было модно уже многолетие, постоянно так делали. Вот это маленькое мимимишное чудовище станет нашим подопытным кроликом. У нее здесь ноутбук уже, я тут подчеркала, у нее тут. Значит, она не такая страшная, но зато я хочу новогоднего пэта. Для перекраски я буду использовать замазку, акриловые краски, тоненькую кисточку, блестки как в жидкой форме, так и в песочной. И специальный клей, чтобы залакировать ей лапки и чтобы они не облезали. Так, к сожалению, замазка у меня шариковая, мне придется чиркать шариковые замазки по стоячке. Thank you.
ж, ребят, мой котик уже высох, и посмотрите, какой он получился красивый. Лично я довольна своей сегодняшней работой, он получился красочным, новогодним, блестящим. Я ему здесь вот стразы приклеила, на уши у него блестят ушки. Смотрите, какая прелесть. Вообще, сам котик мне очень понравился. Вот еще раз посмотрите на него. Я ему тут елочку нарисовала. Вообще, прям лапочка, прям классный котик вообще. Поделись своим мнением в комментариях об этом котике. А также, если хочешь, чтобы чаще выходили такие видео, ставь лайк под это видео. Так, все, это конец видео. Вау, какой ты красивый стал. Вообще-то я буду продолжать видео. Что? Ты разве ты не знаешь, что я его веду? Я его начала, я его и закончу. Ты смеешься надо мной. Меня ведь создавали в этом видео. Если ты такой красивый, это не значит, что ты еще бог всех пэтов. Ладно, ты выиграл. Но следующее видео буду вести я. Ладно. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр видео. Всем пока.